Что ты говоришь, кому прилетело? Комбригу, командующей бригады. Ну. Прям в живот прилетело. Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили, он уже со всеми прощался. Утащили его до вертушки мы. Увезли в Россию, короче, его на вертушке, а там сердце уже не выдержало. Нифига себе, понятно. Пизда вообще же, вообще пиздос жесткий. Пиздец вообще, блин. Пацанов дохуя поебашило наших, вообще дохуя. Я уже пиздец заебался за них. Я сегодня смотрел, короче, ты вот мне сказал, что там, что дохуя, но уже больше на 1000, чем в Чечне. Ну, нихуя. Вот так вот, официально. Ну, это официально, блядь, я тебе скажу, 25 900 погибших. Это, блядь, за два месяца.